Здравствуйте. 30 марта, 8 лунный день. День Будды медицины. В этот день результаты благих и неблагих поступков увеличатся в 1000 раз. День благоприятный для молитв, религиозной духовной практики, медитации, празднеств и веселья, спортивных мероприятий, похода в салон красоты, обновления гардероба, покупки украшений. День благоприятный для людей, родившихся в год. Овцы, обезьяны, курицы, змеи. Неблагоприятный годам, тигры и зайца. Стрижка волос к долголетию. Ребенок, родившийся в этот день, будет обладать храбростью, аккуратным. По отношению к отцу будет проявлять уважение и будет с жестким нравом. В Илгинском дацане Цицхурал Ихоатушо. За здоровье. Улучшайте здоровье.